Всем привет, дорогие подписчики, с вами как всегда Диман, а также Юрка. Мы продолжаем играть в GTA 5 онлайн, а это новенький экспериментик у меня на канале. Здоровки, народ! Сегодня у нас получается новенькая подборочка, ну и сам эксперимент. Суть очень проста, у нас есть аж 20, ребята, ступенек разной высоты. Мы будем проверять все вот эти автомобили, кто сможет подняться дальше. То есть каждая ступенька это, так сказать, один шаг. Потом мы посмотрим, какая тачка была самой лучшей. Ну и, соответственно, ребята, очень надеюсь, что хотя бы одна доберется до самого конца. Мы об этом сегодня узнаем. Первыми тачками у нас будут это обычное, ребята, колесо и обычная, получается, маленькая машинка BMW. Поэтому давай, наверное, садимся в них и сразу же попытаемся пройти эту тропу Нитро препятствий. Нитро есть у нас? Да. Ну что же, ребята, мы уже готовы, будем выступать, в принципе, с Нитро. Потом проверим, может, без Нитро. В итоге погнали. Я на колесе, пока что... Ну, пока это изи. Первая ступенька, вторая ступенька, третья ступенька, четвертая ступенька. Слушай, на изи. А, только я скорость потерял. А тут заедет? Я приехал. Нет, стоп. Ты на какой? А я тебя не вижу, кстати. Ты у меня пропал куда-то, провалился, что ли? А, ты вон. Вон аж где. Так, ну я на самом деле заехал. Я просто обьюсь, все. Я заехал на вот эту ступеньку. Вот, а дальше... Или подожди, вот сюда даже я заехал. А дальше я, к сожалению, не могу заехать, потому что она потеряла скорость. Подожди-ка, так, пробуем. Последний раз, если нет, то нет. Нет. Она, кстати, как-то пытается зацепиться, но нет. А у нее ничего не получается. Кстати, надо его удалить, да, это получается с полосы препятствий. Он здесь оказался. Слушай, ну колесо доехало аж до шестой ступеньки. Это прям сразу сходу, это прикольно. Это... очень-таки здраво. Так, давай мы, наверное, уберем ветрячок и продолжим проверять следующие тачки. Давай. Следующая пара это старенькая машинка мафии. Ну и, соответственно, Honda там вроде бы, да? Желаю тебе удачки, погнали. Я на самом деле не знаю. Мне кажется, это четвертая ступенька для вот этой машины. Ёй! Я очень низкий. О, я даже на вторую не заехал. Я тоже низкий, братан, чтобы ты понимал, я не заехал на третью. То есть я на второй остался. Да, ребята, это просто, ну, бред. Слушай, а если с Нидрой чисто попробовать, вдруг поможет, да? Или попробовать как-то так поднять? Ну, так как я скилл-тестер и лайфхакер. Ничего не получается. А, жопой хочешь? Жопой ты хочешь сказать, что заедет? Ну, как минимум я заехал на эту. А я вообще не могу, у меня слишком низкая тачка, у нее прямо, знаешь, занижена. Не занижена, а посажена, или как там правильно говорится. Я не могу ничего сделать. Блин, ты мне мешаешь, удячий. Да, не, это все. Это, кстати, как и Твизи, тоже где-то вторая ступенька. Так, оба! Твизи уберем, точнее, это из Z, точнее, вот из Z мы тоже уберем. Ну, из Z вообще ни о чем, серьезно. Уберем вот сюда тоже, это тоже вторая, получается, ступенька. Но пока что у нас рекордсменчик это колесо, Honda тоже у нас на второй ступеньке остановилась, правильно? Правильно. Ну, да. Окей, идем дальше. Итак, народ, следующие пары это две русских тачки, это Приора и восьмерка. В общем-то, сразу прыгаю. Вай! Я также залетел на третью ступеньку. Слушай, на четвертую мы, наверное, не сможем заехать, да? На четвертую она не заехать. А, слишком низкие тачки. Тут, наверное, ну да, это бред. Я не знаю, кстати, как колесо заехало, но колесо ж на шестой, чтобы ты понимал. Это только третье и ну, все. Ну а что с колеса взять? Это же просто колесо. Ну да. Слушай, а если, ну, я... Да, все. А если я тебе помогу? Чисто, знаешь, если тебе прямо попробовать... пердолить, а ну-ка. Не, он врезается. То есть. Нет. Ладно, друзья, это для этих машин все. Финиш, так сказать. Третья ступенька, оставляем их здесь. И давай тогда брать следующие тачки. Что у нас там на очереди? А, понимаю, это, кстати, Центурия Бугатти, ну и, соответственно, Ламборгини Уракан. Окей, давай проверим их. В принципе, отсюда начинаем. Так, ну первая изи, вторая тоже изи, третья. На второй? Я даже на второй не заехал. Серьезно? Да ладно. Тихо. Я вот не могу, кстати. А если жопой? А если попробовать жопой? А ну-ка, подождите-ка, друзья. Кстати, ставьте, напишите в комментариях, кто досмотрел до этого момента. Серьезно? Да. А я не могу. Напишите в комментариях, как вы считаете, какая тачка будет самой дальней по ступенькам. Ты еще заехал? Я залез, да. В смысле? Я не могу, это все, это финиш, получается, у Центурии. Я оставляю ее вот здесь. А, ты еще заезжаешь? Я заехал, я упал только что. А, то есть это получается третья, точнее вторая ступенька у Бугатти, а ты на четвертой пытаешься что-то дальше сделать, да? А ну-ка. Ну такое нет. Нет, тут уже все, не может. Она слишком низкая для этой ступеньки. То есть я пытаюсь чисто от удара, но нет. Но ее не поднимает, чуть-чуть не хватает. Была бы она чуть-чуть ниже, ты бы заехал, окей. Оставляй тогда, получается, на четвертой нашу Ламборгини и смотрим, что здесь. А здесь уже, братан, внедорожники наши. Слушай, я, наверное, возьму... Ну ладно, гелик твой будет...
пускай, я возьму тогда Range Rover. Как думаешь, на какие ступеньки они заедут? Ну, гелик моет. А, давайте мы, наверное, тоже прокачаем, в принципе, вот так вот подвеску поднимем. Погнали, посмотрим сейчас, на что способны эти тачки. Так. Вау, я тебя удалил. Это было сильно. Это было сильно, так, но... Да ладно. Да ладно. Я на самом деле не уверен, что заехал бы на эту ступеньку, я просто залетел бы до того, что ты меня резался. Да, кстати. Но повезло. Слушай, а, я понимаю. Мне интересно, попробуй проехать, потому что реально интересно. Я понимаю. То есть, просто у гелика проблема в том, что это кирпич. Он заехал. Вот Range Rover это кирпич, потому что, как ты видишь, я и так и сяк и пытаюсь. Он при ударении наоборот вниз идет, а не вверх. Хо-хо-хо-хо-хо! Ты еще заехал? Гелик могет, да ладно, смотри. Да ну нахер. Да ну нахер. Мне скорости не хватило. Да ну нахер. Ну пробуй заново, вдруг со второго раза получится. Не, ну да, тут Range Rover, понятно, давайте мы его тоже здесь ставим, это как обычно, вторая ступенька. Блин, я думал-то внедорожник будет залазит, дальше. Он но не может проехать. А ну-ка. Окей? Ну попробуем, может, со второго раза получится закинуть его. Это уже третий будет. А, уже все, да, не получается. Не-не-не, я залазит. То есть он залазит и, ага. Получается, балансирует просто. Это четвертая ступенька, братан, четвертая, понимаешь? Слушай, ну дальше у нас идут внедорожники с хорошей подвеской, поэтому... Да ладно, давай чуть-чуть. Вот ему не хватает чуть-чуть. Да ладно, заехал? Я балансирую, больше так я надеюсь. Как тебе помочь? Я хочу тебе помочь, но не получается никак. Да, теоретически можно. Да, теоретически можно, но в принципе это получается плюс-минус четвертая-пятая ступенька. Пока что на шестой у нас только лишь колесо, и потом идет у нас гелик. Да, вот так вот его как-нибудь ставь там между, да-да-да. Ладно, окей, идем тогда дальше. Я возьму Сильверадо, в принципе, у него очень высокая подвеска. Также идет рейд, и посмотрим сейчас, на что способны эти машины. Мне кажется, заедет. Так, ну первая, вторая на изи, третья. У-у-у-у-у! Братан, это просто на изи. Я заехал сразу на какую ступеньку? На шестую, братан. Как и колесо, так а дальше поедет? Блин, нет, не получается. Не получается, а ну-ка, я с жопой. Не получается. Там слишком высоко. Да, ну на шестой он заехал, я попробую, знаешь, как бы с разгона большего взять. Может получится как-то подпрыгнуть как-нибудь. Так, а ты на какой? Так, вот так вот. Вот. Ой. Да что ты делаешь? Я только разгон взял. Ну, он у меня неуправляемый. Ага, но понятно. Он полноприводный. А, он заехал. Я залазил, он полноприводный, то есть он манёт. Он заехал, да, получается. Так, стоп, а ну-ка. А дальше, давай. Да ну ты сюда заезжаешь. А дальше? Давай, ну чуть-чуть не хватило, блин. А дальше заедешь, нет? Да ладно, как ты это сделаешь? Как ты это делаешь, братан? А он полноприводный, он вообще поднимается на изи. Ну главное, короче, хотя бы одну ось закинуть туда, и получается он поднимет. Давай. Тут слишком высоко. Да, для этих тачек слишком высоко, но там у нас есть монстр, который, по идее, должен сюда заехать. Так, ладно, давай. Я заехал, братан, я заехал. Помог еще. Ну, по-моему, ты меня даже не зацепил, то есть у меня не было ничего ты такого. От крыши задним колесом давай. Вызанул. Это какая? Это седьмая ступенька, братан, это почти половина. Но на восьмой, мне кажется, уже все, я уже точно не заеду. Как-нибудь, может, боком попробовать, а ну-ка. Я, конечно, как говорится, надежда умирает последняя, верю, надеюсь, знаешь, но нет. Будь она где-то нет. Сантиметров на 10 ниже, я бы заехал. Да, нет. Ну, в принципе, все предыдущие ступеньки он, собственно, поднялся на них на изи, а на седьмой поставил рекорд и остановился. Кстати, ты также на шестой, как и колесо. Окей, давай проверять тогда следующие тачки. Здесь у нас 4. Ну, это... Чего? Рекорд! Ты просто прыгнул, получается, да? Я врезался в первую ступеньку и летел. Да ладно! Дальше прыгать даже смысла нет. А у меня, кстати, не получается это. У меня не получается прыгнуть так, как ты прыгнул. А ты не снял, да? Я прям врезался и прям полетел. Нет, ну хочешь повтори, если хочешь, но я пока не снял. Нет, не хочу. Это шанс один. Так, я на вторую еле-еле... Я на третью! Да ёб твою! Не получается у меня на третью. Я хотя бы на третью часто, знаешь, так... Не, просто филить нашу Бугатти. Я родителей, что попробую повторить, но да. В любом случае это Йой. Рекорд. Слушай, ну на вторую еле-еле заехал. Так, а на третью, интересно, заедет ли? Так, а он так заезжает, да? А, подожди. Вот стоп. Я вот так вот во вторую врезался, но повезло, что я через крышу стоп. Полетел. Стоп. Я заехал на третью? Каким образом? Боком. Нет, ну да, второй раз уже не получается. Шар, это повезло, честно, да. Повезло, да. Тупо повезло. Я на четвертую заехал, братан. Каким образом? Я на пятую заехал! Ты типа залетаешь от, боком, от угла? Боком, да, от угла получается. А ну-ка. На шестую заехал! Ты не тормозишь, алло. Это не считается. Ну, блин.
А почему не считается, я же заехал? Ну ты же не остановился там. Ну ладно, давай пробую заново. Вот так. Давай. Да она скользит просто, на самом деле я-то заехал. Ты не заехал, ты просто скользил и улетел. Блин, ну такое, на самом деле, а что если прямо боком сейчас удариться, потому что мне хочется заехать, как и рейд на пятую. Но... Ну, он пытается, у него как у Рейда такая же тема. Ну, плюс-минус она заезжает, да, но чуть-чуть не хватает. Короче, так вот мы ее тогда оставляем вот здесь. Это между пятой и шестой. И давай проверять следующие тачки. Здесь у нас уже тачки из Arena War. Очень высокие по подвеске. Такое. Интересно, что покажет. В принципе, моя длинная должна... Вай! Я перелетел тебя, братан, заехал, получается, сразу на вторую. Так, а можно сразу перевернуться? Окей. Отвратительно. Блин, ну, мне кажется... Надо жопой, потому что у меня чисто, знаешь, какие-то металлические хрени здесь. И они очень сильно мешают. Давай я тебя вот так вот остановлю как-нибудь. Давай, чуть-чуть же. Я как-то зацепился, но я ничего не смог сделать. Ты заехал? Тоже заехал. Ты мне ось закинул, я не заехал сам. А если так? Не, на самом деле машина из Arena War прям такое. Заезжает, подожди, жопой заезжает, я заехал уже на очередную ступеньку, а тут... И тут заезжает, смотри! Братан, тихо, давай. Мне нужна помощь, братан, мне нужна помощь. Я не могу подняться. Подожди, я вроде как заехал, но мне нужен разгон, вот так вот если. Да почему, чуть-чуть не хватает? Да, почему, чуть-чуть не хватает, но я попробую с разгона заново. А ну-ка. Так, давай. Да, заехал. Так, а тут? И тут, подожди, заехал. Да ладно. Но чуть-чуть не хватает. Попробуй шлифануть. Да сейчас. Подожди, попробуй заново. Так. А если... Ты хочешь сказать, типа, вот так вот? Да, от угла. А ну-ка, подожди-ка. Чуть-чуть не в ту сторону, но попробуй. Давай. Да ё-моё. А ну-ка, давай, чуть-чуть. Да, заехал. Это было сложно, это, кстати, пятая ступенька, да? Большая, длинная и как бы позволяет. Это ступенька, это... А, ну всё, получается, пятая ступенька и, походу, даже шестая. Да, это всё. Это финиш для этой тачки, оказывается, да, это шестая ступенька, в принципе, как рейд она сегодня себе показала. Так, ты будешь на Белазе тогда, да? Окей, ну, кажется, на тоже не заедет. Попробую. Ну, он самый высокий здесь, поэтому, братан, вдруг, так сказать, радиус колеса поможет ему. В том, что он самый медленный. Да, а, ты цепляешься? У него же эти по бокам. Такое. Лестница. А если жопой пробовать? Пробуй жопой. Ну, только ли жопой и получится. Мне кажется, жопой ты дальше поедешь. Он вообще на изи. Так, а я, кстати, пробую на монстре. В принципе, более-менее получается. Так, тихо. Он его закидывает. Тихо. Так, все, я заехал на шестую ступеньку. В смысле? Тоже встал, да? Да, вообще без шансов. Так. А если, кстати, а если жопой попробовать? Ну, у меня монстр тоже что-то пытается, но у него не выходит. Но у меня скорость маленькая. Да, блин. Я просто врезаюсь. У меня тоже ничего не получается. Подожди-ка, если вот так как-то... Вот так вот... Да, блин! Почти боком что-то пытается. Я знаю, что можно сделать. Чё? Это чит, брат. Это бан, это совсем не то. Так, нет, но он вообще не пытается. Вот если жопа еще пытался... А, нет, так заеду. Заедешь? А, забирай свою карманную лампу. Не, ну а чё нет, я могу как бы загрузить себе его в этот, в ковш и кататься так. Тихо, я пытаюсь заехать, но у меня на монстре хотя бы эту ступеньку. Давай, да как-нибудь. Блин. Ну нет, не, я не могу ничего сделать. Ты уже не можешь заехать, да, получается? Сячик уже маленький здесь, да. Да, такое себе. Блин, я последний раз, короче, пробую, если нет, то нет. А ну-ка. Ну, блин, боком чуть-чуть пытается. Ну ты читеришь. При помощи тачки. Смотри, что делал, он заезжает ты сам. Вывесил его. Он сам заезжает, алло. А... То есть, чтоб ты понимал, я только одно колесо закинул, он выехал. Капец. Это он круто. Так, тихо. Давай, монстр. Но не, ему не хватает. Он слишком, короче, длинный, и поэтому не совсем ему получается заехать. Так, ты хочешь еще одно, что ли, преодолеть? Если он колесо забросит, может быть, получится. Он потому что мощный, полноприводный, понял? А ну-ка. Ты проблема промазал. В том, что багуется жестко. Ты промазал, да, получается. А ну-ка. Да ладно!
Изи, вообще изи. Да ладно, ребята, Белас. Ну как изи, не изи, но... При помощи поднимается. Это 10-й уже, кстати, половину ты проедешь. Где? Он вниз провалился, походу, да? Потому что ты здесь рядом. Ты его раздавил куда-то, он непонятно где. Что там еще есть у нас тонкое? Где Сианта стоял? На 7-й ступеньке, получается, правильно же? Да, на нижней. Нижней, получается. Так, давай, Бугатти дави дальше. Заедешь ли? Мне кажется, это все, это последнее, что ты мог сделать. Ну, Сиан был лучше, на самом деле. Да, Сиан был лучше, это прямо, ну, низко слишком. А ну-ка. Не, все. Все. Ну да. Это последняя ступенька. Самое интересное, что даже одно колесо закидываешь, он как бы этот. Ну, полноприводный, выезжает. Поэтому да, выезжает. Не, ну да. Тут уже не получится. Ладно, друзья, получается, что при помощи сегодня Белас заехал аж на 9-ю ступеньку. Он почти преодолел половину трассы, вот. Но на самом деле я даже не знаю, какая тачка должна заехать аж на 20-ю ступеньку. Пишите в комментариях, а как вы считаете, какие тачки проверять дальше? Может, есть какие-то слишком огромные монстры, о которых мы пока что не знаем. Ну и, соответственно, на следующую серию мы их поставим. Ну а далее у нас, соответственно, были уже Сианчик где-то здесь, потом чисто... На 7-й у нас было, получается, Сильверадо. На 6-й уже все остальные такие прикольненькие тачки, как Колесо, соответственно, Монстр, Рейд, ну и вот эта вот тачка длинная из Арены Вар, ну и все остальные. В общем-то, ребята, давайте наберем 10 тысяч лайков на этом ролике, если он вам понравился, и мы снимем что-то подобное вновь. Ну а с вами был Диман и Юрка, всем удачки и всем пока. Пока, народ.